Всем привет! Сегодняшнее видео посвящается замене тормозного диска и суппортов. Вот 14 колеса, 14 тормозной диск буду менять на 13. Для этого нам нужен сам диск, скоба, две направляйки. В той стороне я уже поменял. Сейчас покажу. Также стоял на 14 диск. Сейчас я воткнул на 13. Ничего не задевает. Все проверил, все подошло. Приступаем к разбору. Весь процесс я снимать не буду. Неудобно снимать и крутить. Сейчас колесо сниму. Дальше продолжу. Чего все это делается? Проще бы было, конечно, купить зимнюю резину на 14 и не мучиться. Но у меня есть 4 баллона хорошей зимней резины, но она на 13. Здесь все равно нужно менять тормозной диск. Он уже выработался. Поэтому я меняю на 13 диски, меняю крепление суппорта, ставлю 13 диски и катаюсь. Эти откручиваем на управляйки. Я уже все ослабил. Здесь ключик на 12 нужен. Потом здесь шплинт, отверткой его отгибаешь, вытаскиваешь. Снизу также, вот оно, тоже убирается. Не забываем отверткой отвести суппорт, чтобы потом поставить новый диск, вот так вот. Сняли. Здесь я проволочку приготовил. На проволочку подвешу. Так, вот так. Скобу. Теперь откручиваем скобу. Вот здесь вот нижний болт, верхний болт. Причем на 17 не откручиваются. Колодочки вытащим. Скоба вылезла. В принципе, у них отличие небольшое. Вот эта скоба десяточная на 13 диск. Эта скоба уже идет на 14. Она считается как от 12. Теперь сюда она у нас вот так вставляется. Берем направляйки. Направляйки нужно смазать солидолом. Вот здесь можно еще под пыль напихать солидола. Да. Старый диск снимаем. Тут он коцанный, не его протачивали, так как он бил. Так, если вот он сюда не залазит на направляющий диск новый, а он у нас не залазит. Почти. А сейчас я покажу, как его подровнять. Так, завели машину, значит. Берем напильник. Можно, конечно, и болгаркой. Но мне лень.
идти и терпеть. Чуть-чуть. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. Свободно заходит, выходит. Поставил скобу. Затянул. Она вот здесь стала шоркать. И вот тут вот край. Вот здесь. Пришлось вот эти уши, крепления, откручивать. И проходить болгаркой. Потом напильником выравнивать. Не соосные они были. Сейчас прошел, поставил. Ничего не клинит. Все крутится. Ставил колодки. Предварительно диск и колодки протер тряпкой с бензином. Обезжирил. Сейчас буду ставить цилиндр. По итогу диск стоит, скоба стоит. Колодки я воткнул. По затратам, чтобы с 14 на 13 диски перейти, нужна будет скоба и диск. И если у вас литье, с литья переходите на штамп, то вам будут нужны еще болты, вот эти длинные. Вот такие нужны будут. Это у меня были для литья, я их сточил. Так, и по цене в тенгушках это получается 33 тысячи у меня вышло. Это 7, этот 8,5. Надеюсь, видео было полезным.